Добрый день. Сегодня мы на практике применили прием из парного трейдинга. То есть у нас уже достаточно серьезный набор акций. Мы поступили очень просто. У нас есть акции, которые выросли уже на 60% за несколько недель в долларах. Есть, которые выросли в районе 50%, а есть акции, которые либо не выросли, либо даже немножко снизились. Соответственно, эти акции меняются местами. Допустим, они какие-то стоили месяц назад все по 5 долларов. Да? Одни сегодня стоят 6,5, а другие сегодня стоят 3,5. Мы распродаем те, которые стоят 6,5, и покупаем те, которые стоят 3,5. Таким образом, мы высвобождаем не только кэш, но и увеличиваем количество акций. То есть, если месяц назад мы могли купить этих акций конкретное количество, скажем там, 1000 лотов по 5 долларов. А сегодня мы меняем то, что отросло и стало стоить 6,5 долларов, на то, что упало и стоит 3,5 долларов. То есть у нас, если была пропорция 1 к 1, то сейчас практически стала пропорция 1 к 3. То есть на каждый проданный 100 лотов бумаги, которая выросла, мы можем из своего списка добавить 300 лотов бумаги, которая просела. Но это я так условно считаю. Если 6,5, там 3,25, то это 1 к 2. А был 1 к 1. Если стало 7, а там упало что-то ниже 2, то 1 к 3. Это для красоты словца, чтобы вы поняли принцип, как действовать, когда у вас большое количество в портфеле акций, но у нас сейчас небольшое, но скоро будет большое, то очень часто будет применяться прием парного трейдинга. То есть все, что сильно отросло и дает прибыль, сокращается и покупается то, что еще не успело отрасти, либо то, что снизилось. Того, что снизилось, у вас становится в разы больше, чем если бы вы это покупали месяц назад. То есть прием парного трейдинга, он достаточно приятный. И процедура, связанная с ним, приятная. Почему? Потому что, допустим, через месяц-два или третьи акции снова могут поменяться местами. Та акция, которая сегодня стоит 6,5, будет стоить 3, а та, которая стоит 3, будет стоить 6,5. Просто мы продадим ту, которая отрастет, получим хорошую прибыль, и полученную прибыль вложим в ту акцию, которая сильно снизилась, и у нас постоянно будет увеличиваться количество акций. Как видите, что у нас все сделки реальные, все эти реальные сделки мы не устаем заносить в таблицу и, так сказать, эту таблицу редактировать. Всего доброго, спасибо за внимание.